Проходят годы, уходят ветераны Великой войны. Те, кто выжил, чтобы рассказать нам правду о ней. Те, кто шел до конца, знал и верил, что наша страна станет уверенным и самостоятельным государством. Многое сделано для того, чтобы увековечить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Оказывается, посильная помощь и тем солдатам войны, которые сегодня в строю. К ним всегда спешат волонтеры и представители общественных организаций. Для них проводятся многочисленные акции и благотворительные мероприятия. Одно из них провели в преддверии 9 мая сотрудники Главного управления юстиции Брестского облсполкома совместно с областной нотариальной палатой и коллегией адвокатов. Проведение таких акций стало доброй традицией, и все органы организации, входящие в систему Министерства юстиции, принимают активное участие в проведении таких акций. Обращаются в большей степени с вопросом о порядке совершения нотариальных действий, в частности, об удостоверении договоров дарения, о совершении сделок с земельными участками, с недвижимостью, порядке взыскания алиментов, обжалования постановлений судебных исполнителей. Эта акция ведется к празднованию 71 года со дня победы в Великой Отечественной войне. И в рамках вот этой акции проходит много мероприятий, которые будут проводиться даже, я так думаю, до середины мая и, возможно, и позже. В рамках этой акции все граждане Республики Беларусь в определенные дни, граждане Республики Беларусь, гости, могут проконсультироваться в любой нотариальной конторе у любого нотариуса по любому вопросу, касающемуся нотариальной деятельности. Подобные приемы не единичны, проводятся они на постоянной основе. Ведь знать свои права – право любого гражданина. День образования службы, День Конституции, День семьи и пожилого человека – и это не полный список мероприятий, в рамках которых проводятся приемы. И это лишь открытые диалоги, приуроченные к знаковым государственным датам. В прошлом году мы провели 10 таких акций. Это акции, посвященные Дню Конституции, Дню Семьи, Дню Адвокатуры, Дню Юриста, безусловно, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В акциях принимают участие все свободные адвокаты, всех адвокатских образований. Это юридические консультации, адвокатские бюро, адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально. То есть кто свободен от основной работы, от заседания в судах, от работы в следственных органах, все адвокаты участвуют в этих акциях. Вопросы, связанные с принудительным исполнением судебных постановлений, работой нотариатов и ЗАГСов, деятельностью адвокатов. И это лишь часть тем, которые чаще всего звучат во время бесплатных консультаций. Практика проведения подобных мероприятий сформирована и отработана. Информация о новых мероприятиях регулярно обновляется и публикуется на официальном сайте Брестского облсполкома и на страницах ведущих СМИ Брещины.